Мама, покажи взрослого. Ты показала взрослого? Угу. Так, Митя, все, хватит. Ты можешь не спать? Я уже не могу просто. Уже. Чтобы спать несносный мальчишка. Сейчас же. Ой, господи. Я не знаю, мне прям аж это темно стало. Пальцем этой руки достать кончик носа. А что это примерно так может быть? Ну, в общем, у меня теперь нет половины мозга, так что теперь я все буду забывать. Прошу этим не пользоваться. Класс. Я не могу тебя взять с собой, понимаешь? Вам нужно собрать медицинские обследования для Мити и DVD с его видеозаписями. Вы будете показывать это потенциальным родителям, и если они заинтересуются, я буду с ними встречаться. У вас нет детей своих? Нет. Я обязательно пришлю вам все медицинские справки, и там будет этот диагноз. А хотите, я вам тоже пришлю? У меня вот такая вот папка. Познакомься, это мои друзья Ольга и Сергей. Митя, привет. Пока я буду в больнице, не нужно, чтобы ты поехал к Сергею и Ольге, понимаешь? Ты не хочешь на органы потратить? Я вот как раз и думаю, что мне типа такой урны понадобится скоро. Ты боишься высоты? Все, тогда сегодня мы прыгаем с парашютом. Будьте здоровы. Здорово, как если вы сказали, будьте здоровы, я сразу выздоровела бы.